Ну чё, пидор? Ну чё, пацаны, всем общий салам. С вами Марат Бородаколев, и вы на канале Ассата Channel. Уф, что у нас сегодня, бля, на обзоре? Был ебанутый бумер? Был. Был нормальный X5? Был. Были хорошие тачки? Были хорошие тачки. Но у нас не было, мать его, 140-го. Не вариант, чтобы я за него не сказал вообще ничего. Это ебанутая тачка, и мы ее нашли именно вот такую, какую вы ее хотите видеть. Руб 40. Ну как его только не называли. Кабан. Ну у Мерседеса, я считаю, это не по ханом ситуации. Это решало. И вовеки вечные, короче, аминь. Как бы я ни относился к Мерседесу, и даже несмотря на то, что я очень сильно люблю BMW, BMW по-любому со мной, и сегодня мне любимая, бля, маечка, футболка. Посмотрите, в каком она состоянии. Не любить, бля, Мерседес можно, но не любить кабана никак невозможно. Хуйня это все. Кабан это ебейший аппарат. И несмотря на то, что ему очень много лет, это вообще дедушка. Это баба, в смысле. Баба, деду. Эта тачка вот смотрится просто невероятно стильно до сих пор, бля, несмотря, бля, что прошло огромное количество времени. Но есть люди, ценители этого автомобиля, которые просто дают вот такой вид автомобиля и держат его в таком состоянии, из-за это просто отдельный респект еще. Кабан это та тачка, которая смотрится где угодно, когда угодно, какой бы то ни было ситуации. По сей день приезжаешь на какой-то серьезный разговор на кабане, ты вещаешь, короче, по-любому созидаешь, ты по-любому на тебя смотрят, как на серьезного человека. Кабан это статусная машина на самом деле. Владельцу бумеров дает вот такую наглость на дороге. Кабанчик дает уважение, ты сам себя начинаешь вот нахуй уважать. И никого не оставляет равнодушным, вообще никого. Если вы видите хороший кабан моего возраста, моего поколения, особенно старше, это вообще пиздец. Везде, где бы вы ни были, где бы вы ни проехали, бля, если у вас нормальный кабан, не ушатанная какая-то дрочь, которая не ездит вообще или ездит через раз, дышит одноразовым воздухом, то кабан это лидер. Самое главное сейчас это дает восхищение. Тому веку, в котором, бля, делали эти машины, все было вот настолько добрыми, настолько давалось людьми, людям. И это ездить до сих пор не может не вызывать восторг, бля, когда ты смотришь на эту тачку. Несмотря на то, что, бля, я нет-нет газую на Мерседес, вспоминаю хорошеньким словом, да, хочу, бля, говорить о машине, бля, на самом деле, адекватно рассуждать и вот как есть. Если вы очень сильно хотите охуеть, хозяину вот этого автомобиля 20 лет, да ну нахуй, вот просто вот так. Красавчик. 20 лет парень не посмотрел ни на что, ни на какие, бля, форды, ни на какую там трухню какую-то, там Хундай, бля, Хуйдай, Пежо, Жожо, Эскимо, бля, там ММДМС и всякая вот эта канитель, Хуайвей. Он, бля, в 20 лет решил купить себе, блядь, автомобиль, который закончили производить в тот год, когда он родился. Те люди, которые, блядь, что-то там опишут за старые ведра. Просто поймите это. 20 лет пацану. Он ездит на 6-литровом 140-м Мерседесе. Никто не попутал Гоголя с Гегелем. Человек понимает стиль, человек понимает автомобиль. Мне это очень сильно нравится. В такой молодежи, который направлен вот так к автомобилю. Вот именно к таким. Их взор качественный на самом деле и по сей день. Я не буду рассказывать, какие годы его производили. Видео братское, которое дает понять,
понять, что такое любовь к автомобилю сейчас. Она на присосках. Вообще машина, бля, изначально приехала в Россию с Японии, бля, с пробегом в 32 тысячи километров. Она была простая, ничего в ней не было. Это был обычный 6-литровый Мерседес, который, бля, приехал с Японии. Парню досталась эта тачка, бля, и он ее не продал, не купил себе какую-то там шлепень, какой-нибудь листик, кусок хуя знает, маргарина, фантик, бля, этот, я не знаю, скитл. Парень 20 лет дает, бля, стиль 140-му Мерседесу. Когда, бля, 140-й закончили, ну, стиль так-то он не от себя его, конечно, дал. Обвес Брабус, одел на него колеса Брабус, сделал выхлоп на него, бля, Брабус. И это все в оригинале. Это не какой-то ширпотреб, это стоит хороших денег. Любой стайлинг, любая доработка старого автомобиля по ништякам становится немеренной, невероятно. Как мне недавно один, бля, написал, да, вот в Инстаграме. Когда-нибудь вы все пересядете на тазики. Так вот, я официально заявляю, дай бог мне здоровья, я буду лучше ездить на своем, бля, оттраханном BMW, нежели я буду покупать за такие бешеные бабки то, что покупаешь ты. Не плюй кричит в болото, говорит, с которого пьете. То, что там, бля, ноги помыли, ему похую. Ну, это японец, это видно сразу, что это японец. Квадратные номера, бля, крышка багажника, все понятно. Посмотрите, в каком состоянии машина. Я помню машину брата, как помню, в смысле, я на ней буквально недавно ездил, и в каком состоянии тот бумер был. Это же сравнение с бумером, либо бумер с 220-м. Но все-таки Mercedes 140-й и бумер все-таки выпускались какое-то время совместно, как бы, выпускались, были противники. Конечно, 32-й 140-му не упирался, но бумер дал ему, ну так, защеку неплохо. Вот эта вещь стоит, ну, не то чтобы, может быть, стоит, да, но вообще ее наличие, бля, наличие. Я как человек, еще раз говорю, который восстанавливает машину, ее наличие — это уже просто какой-то абсурд, бля. 90-е года, ты просто посмотри, что они делали. За что любят эти машины? За вот это качество. За то, что резинка ходит неимоверное количество километров. То, что у нее обивка сделана из великолепных материалов, которые никогда не шумит, не дребезжит. Пластик, бля, на самом деле пластик, а не картон, бля, не из поддона сделан. Еще такой прикол. Вот очень много людей жалуются на их присоски. В 2 секунды 700 раз дрочите эту дверь, бля, вы о чем думаете? То есть ты ее закрыл, вот она закрылась. Дай ей пару секунд, а потом открой. Они, знаешь, как делают? Все, закрыли, и все, начинает обратно ее тянуть. Ты че, бля, ебал? Валух, что ли? Че, труханули с охуительного 140-го, да? Понравился кабан. Ну, если вы хотите купить себе такую тачку, хочу вам порекомендовать один очень интересный сайт, CarVigo. Просто проходите, ссылочка обязательно в описании, проходите. Не тяжело, короче, это все делать, забиваете свою информацию, что ищете 140-й там и так далее, там 6-литровый на автомате, на механике, может, кто-то на роботе продает. И в итоге человек, который продает свой 140-й, который по-любому хочет от него избавиться, кстати, если ты продаешь 140-й, также можешь продать его на этом сайте. Так что проходите по ссылочке внизу. CarVigo, покупай, продавай автомобиль по-новому. Вау, бац. Вот здесь ездили, бля, крупные дяди. Практически всегда моего телосложения. Кому-то пистолетом по голове давали, кому-то что-то. Все сделано из качественного, бля, материала. Просто посмотри, какую отделку, какую, вот что. Что они вкладывали? Вот весь кайф автомобиля в чем, бля, когда ты понимаешь, что этот автомобиль делался для того, чтобы здесь человек получал, бля, максимальное количество, бля, комфорта. Все вот это еще настолько в таком живом состоянии, что просто пиздец. Весь пластик, бля, тютелька в тютельку, сука, сидит. Я просто в восторге. Надо вот себе и, блядь, подсветить, подсветил. Не любить 140-й невозможно. Это просто кощунство, это наебка. Не хочу капот открывать. Ну, 6 литров, все знают, блядь, что это за, блядь, мотор. Не хочу, нет, просто поехали. Я хочу покататься на этой тачке. Пиздец, в смысле, как я хочу покататься на этой тачке. Она мне плюс, я знаю, еще и к лицу, пиздец, как. Вот эта машина. Нет? Сто сороковой — это тот же 190-й, 124-й, бля, это все одинаково. Все, бля, абсолютно классический, классическая вот эта подсветка, бля, управление, бля, твоими сиденьями. Вот это японская канитель, понятно, что тачка с Японии, у них вот этот монитор, телефон когда-то стоял. Не любить 140-й, но это диван, реально, вот. Поэтому давайте объективно говорить, да. 32-я у этой машины брала, блядь, за щеку. Базару нет. Несмотря на то, что я люблю BMW. Выходит 38-й. К сожалению, бля, 140-й подунывает. Объясню почему. Ну, это мое мнение, опять же. 140-й, бля, это другого класса машина. Вообще, это S-класс. Если S-класс, то это, блядь, 140-й по-любому. Бумер
не дотягивал до S-класса, бля, не дотягивает, бля, это машина другого, бля, ну, как друга, она заточена по-другому. В 140-м, бля, пахнет стариной, не дадите мне соврать. В нем пахнет реально стариной. Все, короче, кнопки вот эти, это все старые. У Бумера все-таки салон, он смотрится немножко по-современнее. Намного по-современнее, даже не немножко, а намного. Чуть-чуть все-таки вышел позже, чем 140-й. Как он едет, ебать? Это утюг. Это, бля, сука, диван на колесах. Какой он по кайфу. 6 литров. Злой, очень злой, бля, двигатель. Не хочется на нем ни гонять, ни горцевать, ничего. Эта машина вообще не должна так ездить. Ей это не надо, ей это не смотрится, бля. Кабан должен ездить, бля, с крейсерской скоростью, бля. Ну, если на трассу ты выехал, там-то понятно, да. Но по городу кабашка, бля, должен смотреться серьезно, всеми щипацаны. Какой он мягкий, блядь, какой он, блядь, большой, серьезный, если честно, вот... Коробка охуительно у него переключает, пятиступенчатая же она. Таких машин нам больше никто не даст настоящий. Бля, просто невероятное ощущение от управления тачкой. Просто пиздец. В этой тачке ты себя чувствуешь очень серьезно. Эта машина, бля, в натуре дает тебе это. Эсмиси, вот даже вот так я скажу, да. А Бумер — это развязная тачка. Это, бля, изначально автомобиль заточенный, конечно, под комфорт в любом случае, но и под, бля, управление. Под драйв, бля, это, в этой машине и то есть. Эта машина не такая. Она поедет в 6-литровый, он потянет тебя, да, это, бля, 12 горшков. Хорош, да, Заур? Заур сзади сейчас сидит и вспоминает свой, бля, Руб 40, который у него был, и он прямо сейчас сел и говорит, бля, тут то ли, говорит, купить обратно такой, то ли хуй ее знает. Тысяч за 500, за 500, реально, если говорить за хорошее состояние автомобиля, вот такого. Незаезженное такое, тут поделаю, там доделаю, это цены начинаются от 500. 140-й легендарен во все времена. Так было, так есть, так будет. Очень хорошая тачка, прикололись мы на ней, поездили. Если ты любишь автомобиль, если ты поклонник Мерседеса, если ты, бля, хочешь качества, бля, если ты хочешь внимания к себе, если ты хочешь, ну, уважения, ну как уважения-то ты автомобилем не добьешься, хочешь, может, выразить себя как-то, да, автомобилем, да, то 140-й и по сей день может дать тебе огромное, колоссальное количество эмоций. Вот такой вот добрый братский обзор был, короче, на кабан. Не забываем помогать детям, ребят. Не забываем помогать детям. Помогаем, чем можем, помогаем. Не забываем подписываться, ставить лайки, дизлайки. Комментируйте эту машину. Мне очень интересно, потому что сегодня был совершенно другой обзор. Это был даже не обзор, а просто восхищение мое личное автомобилем. Бля. Вот, ставьте, комментируйте. Хоть плохими словами, хоть добрыми словами. Я думаю, BMW-шники меня должны понять. Если ты не любишь 140, значит, ты не любишь автомобиль. Подписывайтесь на Instagram Asata Channel, подписывайтесь на Instagram Osmedia Asata. Также подписываемся на наш второй канал, где мы недавно, совершенно недавно сделали совместный обзор с Зауром. Не знаю, получилось или нет. Многие считают, что получилось. Всем, короче, еще раз общий салам. Короче, с вами был Марат Борода Коли. Всем удачи, всем счастья, всем просто, бля, много-много